вот это здание находится в центре, оно является, наверное, вот по большому счету, это река и связь этого здания с рекой, это вообще по-настоящему наш вечерний Енисейский маяк. Вот я бы его так назвал. Поэтому, конечно, мы благодарим компанию за то, что по-настоящему, не просто подошли так вот равнодушно, можно было же поставить просто прожектор и так далее, элементарно подойти, но и коммунальный мост, и вот это здание, это уже подсвечено с использованием самых современных способов подсветки. Это интеллектуальная подсветка. Различная, можно до десятков, до сотни вариантов сегодня использовать в сочетании вот вокруг этого здания. Поэтому это, конечно, здорово. Это как раз дополняет столичный облик нашего Красноярска.